Я немедленно отправился на позицию, молясь, чтобы мне хватило времени добраться до нее и уничтожить ракеты. Это была очень трудная задача. Но ситуация осложнялась тем, что только взрыв полного топливного бака мог сжечь весь табун без следа. У меня был очень маленький промежуток времени между заправкой и запуском. Он где-то здесь! Я знаю, что ты где-то здесь.
Взять его! Он где-то здесь! Боец убит! Смотрите в оба!
Смотрите в оба!